Приветствую всех, друзья, на своем YouTube-канале. С вами Егор. И мы продолжаем прохождение игры Alien Isolation. Итак, цель обновлена. Поговорить с Марлоу. Так, ну мы добрались до штаба. Штаб службы безопасности. Ну давайте еще немножко пошарим тут, посмотрим. А то я вчера так потратился. Так, клея нет. Прошлой серии, то есть... Жестко так все бомбочки использовал, блин. Одну вообще забыл, по-моему, там. Надо было забрать. Так. Что-то тут вообще все закрыто. Никуда не пройти. Так, ну шашку создали, в принципе. Все, клей забрали. Так, где этот Марлоу? Пойдемте, поговорим с ним. Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострома летела моя мать. Что, правда? Надо же. Да. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то не договариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. А, это типа он не работает. Я думал, он работал с ее матерью. А они тоже типа поисковая какая-то операция была. Они только нашли самописец. Связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу. И привезли его вместе с чужим сюда. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажу? Извини, Хайс. Я микроскоп не захватила. Да типа воспоминания. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались. У нас важная задача. Сигнал устройством слежения. Удерживайте. А. Стрелка указывает на вашу цель. Ух и стрелка, ё-моё. Ага, есть. Востер, Микс, смотрите в оба. Прибор, блин. Куда не пройти? Чего-то я ни хрена не вижу. Может подождать, пока утихнет? Я ждать не буду. Если отказываться за это, я готов ее забрать. Пошли. Видеть ничего не надо. Короче, главные координаты есть. Какой прибор? На такой планете долго не протянешь. Так что если это сигнал бедствия, живых там уже нет. И все, что найдем, наше. Близко, уже стрелка нормально. Ну, значит, мы на правильном пути. Странно. Только гляньте на эти камни. Обыкновенные камни. Они тут явно с незабавенных времен лежат.
Пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Найти обходной путь мимо завала. Где его искать? Сюда, что ли? А где этот путь? Найти путь. Где его искать? Самому не залезть. Хайст, подойди, подсади меня. Жесть. Вроде нашел проход. Пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Буду искать обход. Осторожней там, ладно? А, есть выбор. Ага. Как вообще такие планеты существуют? Вообще ничего не видно. Или бы где-то так. Мы тебя видим. Походить. Погодите. По луне. Я вроде что-то нашел. Что-то нашли. Где он? Что он там на лоб? Нашел трещину в скале. Сейчас сорву, отойдите. За мной, говорит. Хайст, вот. Подойди, подсади меня. Они идут на сигналах, на бедствие. Ё-моё, корабль, кинь тебя так в реале, блин. Охренеть, что ты знаешь, думаешь, что ты не один во вселенной. Где-то такая фигня, блин. Так, а чё-то всё? Найти источник сигнала. Источник сигнала. Марлоу и команда Анны Сидоры обнаружили на поверхности планеты маяк, подающий сигналы. Нужно найти источник сигнала. Ну это инопланетяне. А как они там обнаружили самописец, или откуда они его привезли?
хочешь здесь найти? Большой нож. Легче на поворотах. Не повредите тут ничего. С ума сойти. Сколько времени это тут лежит? А там что? Губка? Если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо мы. Что? Разбудить боишься? Ты извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Марло, это что-то живое. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на это. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марло, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Но это не все. Ты не обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. То же название, что на бортовом самописце. Астрому. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если тут уже кто-то был... Почему находка не зарегистрирована? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Найти аварийный маячок. Это делать. Что это? Я ничего подобного не видел. Это не земное, точно говорю. А, вон проход. Или то мы оттуда вышли? Не, вон он. Короче, эти здесь были, ну, им, наверное, хана. Ну, мать Рипли, я так понял. Пошел я отключать маячок, ребята, на инопланетном корабле. Такой кораблик. Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Как они на этом летали? Как они тут ходили, передвигались? Это же не пол, это какая-то, блин. Как будто организм какой-то живой. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Марло, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. Что там внизу, интересно? А сам этот, что сидит... На троне или как там? Ну, вначале, похоже, с Прометея вроде как. Да, ну что-то видно, ну, связано, взято из фильма «Чужой», из Прометея. Ну, вон тот, что сидит, звездочет, смотрит на...
смотришь? На небо, на космос, или как на звезды. Так, что они там нашли? Пошли. Вот смотрите, какая у него пушка. Поближе подойти к нему, посмотрите. Капец. Рука он такая. Вот это пушка, блин. Куда она смотрит? Ну, в небо, в этот звезды, в космос. Я так понял, кораблю, они нашли корабль. Все тут и остались, блин. Как пристегнуть? Вот оно зло, блин. Это ж яйца. Как в фильме. Прометея, да? Вот оно зло, блин. Рассадник. Так, что там у нас? Цепляемся. Капец. Да, сейчас вы посмотрите и все. Даже любопытно. Любопытство вас погубит. Ага. Где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Взять огнемет. Ой-ё, класс. Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Клей не надо, да? Шприц. Так, а огнемет как? А вот огнемет. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Ну, как всегда, конечно. Умеет. Так, ну я еще тут не... О, там пооткрывались вроде замки. Так, можно зайти посмотреть, что к чему и почему.
Так, ну вот и оружие. Ну, правда, оно его же не убьет. Так отпугивать разве что. О, терминальчик. Все знали, блин. За эту тварь хотят поймать живьем. Не получилось, да? Что-то пошло не так. Вышло из-под контроля. Севастополь теперь в жопе. Так, где я еще не был? Тут я был. Пилик, 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 пилик. А, вот здесь что-то, мостик. О, тут терминал еще есть. Первой ловушки больше нет. Уэйтс, мы остались без одной ловушки. Взрывчатка, которую мы заложили в жилой башне, сдетонировала, и мне сообщают о повреждениях в терминале космопорта. А этой твари хоть бы что? В Сан-Кристобале какая-то активность. Может, существо вернулось туда? Доберитесь. Доберись до транзитной станции, нужно видеть башни. Только вы, сенсоры... Только бы сенсоры в приемном отделении еще работали. Блин, там, блин, что оно? Я еще не досмотрел. Что-то завис, что ли? Так, тут что-то, камера. Информация об арестах. Аудио ничего нету, телевизор тоже. Ясенько. Ну, перец идет. Главнокомандующий. Блин, сколько комнат, ты посмотри. Тонул, хлам. Жетон, да? Хрена не, блин. Что это за комната такая? Как туда попасть? Я ж тут был, это же не мед, блин. Марлов тут сидит, бедолага. Марлоу. Так, вроде все везде был. О, блин, андроид. Жесть. Там тоже был. Так, ну что, ребята, на сегодня все. Уже в следующей серии продолжим охоту на чужого.
А я сохраняюсь. Всем удачи, мира, добра, здоровья. И до встречи, друзья мои.